Всем шушат, с вами Олег Шеф, и сегодня я покажу вам лучшее оружие для новичков в чикенгане. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, мне будет очень приятно. Берите с собой еду или что-нибудь попить, а мы начинаем. И первым хорошим оружием для новичков у нас является вот такой вот гранатомет. Им достаточно удобно играть, и можно забрасывать гранаты в окна. Тем более стоит он достаточно мало, целых 100 монет. Следующим на очереди оружием является вот такой вот миниган. Стоит он достаточно мало, 210 монет, и он очень хорош, намного лучше, чем более дорогой красный миниган. Ну а следующим оружием являются вот такие вот двойные УЗИшки. Это самая хорошая и самая недорогая ППшка вообще в игре. Всем рекомендую. Для любителей ножей можно взять вот такой вот ножик. Урон у него достаточно неплохой, и он стоит 99 монет. Достаточно мало. Наверное, самым лучшим дробовиком в игре является вот такой вот лазерный дробовик. Урон у него очень большой, 74, и стоимость 120. Достаточно мало для такого крутого дробовика. Из снайперских винтовок могу посоветовать вам вот такую вот камо-снайперскую винтовку. Урон у нее достаточно неплохой, 120, но стоимость 140. Ну а тот, кто хочет что-то посильнее и подороже, могу вам посоветовать вот такую вот крутую снайперскую винтовку за 450 монет. Она сносит с одного выстрела. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Не забудьте переходить на мой телеграм-канал. Там я публикую мемы, факты о чикенгане и многое другое. Всем опять же спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.